Но хотелось бы прежде всего открыть короткую, весьма короткую торжественную часть вечеринки под названием «Пресс-экспресс. 3 года в эфире» с представления, собственно, команды, которая работает для вас вот уже 3 года в эфире Первого канала. Начнем с директора программы Лилии Вьюгина. Прошу. Это человек, который помогает нам жить хорошо. А теперь я представляю вам режиссера очного, но он же еще и специальный корреспондент программы «Пресс-экспресс» Александр Залетов, совмещающий в себе 2 должности, как минимум. Ну, собственно, 2-й голос в эфире нашей программы, который исходит непосредственно из Останкино, но лица которого вы никогда не видели, Александр Новиков, комментатор. Ура! Вот такой ортодоксальный марксист. Особенно мне хочется представить человека, который вот только что вот звучал здесь, в этом зале, который написал все наши заставки, отбивки, а также множество, как он сам выражается, фень и прибабах. Александр Лаэртский. Сашу Лаэртского вы будете наблюдать сегодня в течение часа на этой сцене.